Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда Барон, и немножко краткое такое вступление. Во-первых, откроем сегодня 1000 ларцов крафтера, это действительно крутые ларцы, и выбил машину. Какую машину выбил, вы увидите в этом видеоролике, но я желаю всем приятного просмотра. И также победитель на 50 миллионов вы сейчас видите на экранах. Если хотите также, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. Итоги будут в следующем видеоролике. Желаю всем приятного просмотра. Давайте, наверное, попробуем, да, сейчас чисто под финалочку такую сделаем, ребята, эту штуку пооткрываем, поскупаем сейчас. Мне что-то подсказывает, будто бы сейчас осколок какой-нибудь руки бесконечности выпадет. А он 100 миллионов, кстати, стоит, на секундочку. Вон ларец крафтера. Давай его этого тоже все дело, вот это вот быстренько скупаем. Все отлично. С каждым разом удивляюсь, откуда я все нахожу. Вот, знаешь, вот эти вот деньги, вот это вот все, короче. Ларец крафтера, давай еще 250 купим. Здесь пока есть возможность. Так, это редактирует товар, это продает что-нибудь. На, вижу, есть у него ларцы крафтера. Так, а что это? Продавца нет места для такого количества наличных денег. Скажите ему об этом, купите место. Фига себе, у пацана там. Ну, 2 миллиарда, что ли, ё-моё. Ну, по факту, вот 600. 619, ребят, ларцов. Ну, слушай, 619 ларцов, в теории, выпасть какой-нибудь осколок, я думаю, может. Давайте начнем, пожалуй, открытие. Так, место, я так полагаю, у меня свободного тонны. И давайте, наверное, переместим один ларец сюда. И погнали просто открывать, ребят, смотреть, что нам с этого выпадет. Потому что мне кажется, что что-то выпасть должно. Какой-нибудь осколочек. Ех, ё-моё, сколько всякого... сколько шлака падает. Ну, зловещие монеты, кстати, еще есть. Биток с этого падает, аптечка, зловещая монета. Я пока еще не наблюдаю никаких осколков. В теории он в любом случае должен у меня появиться, если он выпадет. Но за 600 ларцов как будто бы что-то может выпасть. Вот реально, что-то за 600 ларцов хотя бы должно дропнуться. И это достаточно неплохие шансы, ребят. Ну, может, машина даже там дропнется. Но я машину как бы не жду. На самом-то деле, я жду конкретно какой-нибудь осколочек. Мне интересно больше, с каким шансом они выпадают. Потому что я не знаю, какой у них вообще шанс выпадения. Минус 100 штук ларцов есть. Давай, родной, давай, родненький, по-братски. Дай мне какой-нибудь осколок там, не знаю, прикольный. Я бы хотел окупиться хотя бы осколком. Либо это все будет напрасно. Ну, хотя даже не напрасно, это в любом случае, ребята, контент. То есть показать, что падает, с какого я там количества ларцов, что выбил. Это же все равно интересно посмотреть, правильно? Как все это... Опа! Есть! Есть, вижу. Осколок пятизубец. На данный осколок можно собрать целый аксессуар. Так, необходимо собрать 5 единиц нужного аксессуара. Приобрести данные осколки можно по центральной рынке. 20 на штуку на сервере. Не знаю, сколько стоит, ребят, но осколок пятизубца у меня есть. И у меня еще 400 плюс ларцов. Погнали дальше. С 200 ларцов выпал пятизубец. Так, дальше продолжаем, ребята. Не знаю, сколько стоит. Мне кажется, он недорогой. Все-таки пятизубец там, КЗМ. Ну, давайте посмотрим, ребят. Может быть, осколок руки бесконечности еще выпадет. Было бы классно, конечно. О, здорово. Здорово, брат. Так, я сейчас, давайте на свое более-менее, давайте на более-менее счастливое место, короче. Вот сюда вот. Блин, я тут в доме. Вот, на свое счастливое местечко, ребята. Ну, слушай, нормально, не, пятизубец уже выпал, это пойдет. Вопрос только, сколько он стоит. Потому что я не знаю, какая у него цена вообще. Сколько он действительно будет, ну, как бы, за сколько его можно продать. Вот осколок пятизубца. Напишите, ребят, кто знает, сколько осколок пятизубца стоит. Так, за зловещки падал, зловещик уже дофига выпало. Так, здесь у нас осталось 200, 270 ларцов. Ну, давай, поехали. Так, евро, монеты, мусор, вот эта вся шняга. Блин, по-братски, давай. Да почему нет-то? Почему нет? Надо было лететь на Вай-Сити, мне кажется, знаешь, на Вай-Сити открывать. Сейчас мы это и проверим, короче. Две штуки остается, пока что дропа я не вижу. Опа! Чертеж праздничного интерьера, ребят, выпал.
Это значит, что сейчас выпадет машина. Короче, я так полагаю, ребята, это то же самое, что и ларец рыболова. Абсолютно то же самое. Ничем не отличается. Единственное, тут падает машина. Ах ты ж, ё-моё. О, подожди, так это ж я. Все, есть, я выбил тачку, ребята. Подожди, а какого? Ага. Выбил Mercedes E63 AMG, ребят. Ну, пойдет, в принципе, а чё нет, ребята? То есть, ну, как бы не сказать, что это прям супер гуд. Так, я еще хочу вот эти вот штуки. Vice City. На Vice City открыть, короче. Давай прям сразу, там 80 ларцов осталось, поэтому как бы ничего страшного в этом нету. Туда прилетим, откроем. Ну, просто представляешь, если сейчас из 10-69 выпадает что-то. Это же вообще разрыв будет. Ну, серьезно, ребят. Конечно, шансы маленькие на это, но тем не менее. Мне вопрос, сколько стоит трезубец, ребята. Вот это я не знаю, сколько он стоит здесь. Вроде как бы и прикольная штука, но сколько он действительно стоит, непонятно. Не, ну тут уже... Да я думаю, нет, шанса нету, ребята, это вообще. Да, но к сожалению. Ладно, ничего страшного, ребят, зато мы выбили, получается, то, что хотели, выбили осколок трезубца, выбили все, что угодно, выбили дофига, кстати, вот этих вот камней, осколок трезубца хрен его знает, сколько стоит, реально, я вот вообще не понимаю, какая у него примерно хотя бы стоимость. Или Mercedes E63 AMG, вот она, рыба моей мечты. Ну, кстати, не, Mercedes вот это вот стоит дешево, мне кажется, E63 AMG мне вроде такой давали, во-первых, он не едет ни хрена, вроде бы, как будто бы, да, и он стоит 20 миллионов где-то, ну-ка, E63... Ну-ка, E63 AMG. Ой, слушай, подожди-ка, он нормально должен стоить, по идее. А ну-ка, E63 AMG. AMG такого нету. Просто есть E63, короче. Погоди, не понял. Че, денег стоит якобы или что? Он типа стоит денег, вы хотите сказать? Ребят, на АБ выставил Mercedes E63 AMG за $1. Успею купить. Давай E63 выставим. Больше всего интересно, за сколько они его... Опа! Франклин, 30 миллионов. Пойдет уже. Вот это нормально.